Сегодня второй день, как мы находимся в Геленджике. Вот. Да, немножко загорели, но не обгорели. Пойдем обгорать дальше. Загорать, да. Сегодня, наверное, на рыбалку не поедем. Мы все-таки выспались поздно. На рыбалку нам сказали, надо в 7. Вот. Завтра, ну, сегодня попозже узнаем. И, наверное, завтра с утра поплывем рыбачить и заодно загорать. Вот. В открытое море. А сейчас пока идем, хотим зайти в Макдональдс, купить кофе и попить его на берегу моря. Сидим под навесом, у нас есть шезлонг, вот, и смотрим на людей, которые просто под палящим солнцем, они краснючие. Я просто не понимаю, как можно так обгореть и находиться потом опять вот под палящим солнцем в час дня. Вот, море достаточно тихое сейчас, вот. У нас вид на горы, горы очень высокие достаточно. И сегодня очень мало облаков, то есть горы полностью видны, прям их окантовка. Не знаю, сегодня, наверное, пойдем, сходим на канатную дорогу, нам сказали туда. Ну, может быть, да, не сегодня, может быть, в другой день. Нам обязательно сказали сходить туда. Вот, там по ней поднимаешься, там как сафари-парк контактный. Не знаю, что там, но сказали очень круто. А еще там стоит колесо обозрения, которое отсюда видно, ну, прям очень маленькое, но и оно бесплатное. Потому что, ну, как бы платишь все за канатную дорогу, и все включено. Еще там сказали, есть гидроциклы. Ой, не гидроциклы, квадроциклы. Вот, можно тоже покататься, но мы как бы не будем. Шварц рекомендует. Что еще могу сказать? А, договорились. Ну, как договорились? Пока не совсем договорились. Завтра, наверное, в 7 утра поедем на морскую рыбалку, половим. Там то, что поймали, нам еще и приготовят, вот, и возьмем с собой. Надеюсь, рыбка будет вкусная. И я хочу очень большое удовольствие получить от самой рыбалки. И, ну, естественно, там позагораем как раз там, по-моему, с 7 до 11 или с 7 до 12. С 7 до 11. С 7 до 11, по-моему, рыбалка. Как раз позагораем, вот. Можно с собой взять алкоголь, покушать. В общем, будет, грубо говоря, завтрак в открытом море. Еще мы хотим сходить в аквапарк. Не знаю, завтра это будет или когда. Это будет. Да, обязательно. Здесь все просто потрясающе. Да. Приезжайте все сюда, к нам, быстрее. Время 7 часов вечера, мы до сих пор на пляже. Сегодня у нас день полностью пляжный. То есть мы сидели вот под этим навесом, под которым сидим. Смотрите, на каком мы берегу реально красивым лежим. Погодка у нас, в принципе, хорошая. Сейчас немножко затянуло облачками, вы их не видите, они прям над горами. Но горы их реально не пропускают.